наушники Philips, брал по рекомендациям в интернете, якобы с неплохим звуком, безотказной работой, хорошим недубеющим на морозе проводом, ну, вообще надежной и простой системы. Брал в Ашане за 350 рублей. После 2 месяцев эксплуатации, даже с учетом усиления, вот здесь обломился провод. И все, они перестали работать. Провод на морозе дубеет прилично. Вот наушники проработали 2 месяца. Вот эти наушники обломились. Через полгода эксплуатации получены были в Питере на экскурсии бесплатно.